Всем привет! Меня зовут Ирина Шкодрина. Сегодня я записываю свой двухмесячный отчет о работе в проекте Trondheim. Я зашла в этот проект 15 ноября. Где это можно посмотреть? Да, пожалуйста, в истории транзакций, Community History. Начали у меня начисляться сразу же после расстановки людей по 20 человек вниз 15 ноября. Вот доказательство того, что я работаю ровно 2 месяца. Хотела бы этот ролик записать как для активных участников, так и для тех, кто зашел на пассив. Вот посмотрите, я говорила, что за 1,5-2 месяца можно вернуть свои вложенные средства. Где это можно посмотреть? Да, пожалуйста, вот здесь. Если перевести на русский язык, так, сейчас мы переведем на русский язык, то мы видим, что это именно прибыль от сообщества. От комьюнити, награда сообщества, от 40 человек, которые находятся выше 20 и ниже 20. Я зашла на 1200 трон. Посмотрите, 2535. Это все только от моих партнеров, которые находятся вот здесь, выше меня и ниже меня. Можно, конечно, увидеть, что очень много людей неактивных, но тем не менее, десяточки превращаются в сотенки, сотенки превращаются в тысячные, потом потихонечку они перерастают в десятки тысяч. И поверьте мне, проект пришел на годы. Вы будете получать пассивные люди, которые заходят. Вы будете потом получать это все годами. Да, у меня 2 человека активных. Вот, например, я уже вывела 35 тысяч трон. То есть каждый человек, где я стою в 40, ну, с партнерном сообществе, от меня каждый получил 354 трона. Не сразу, не единоразово. Вот уже, пожалуйста, у меня 20 тысяч кто-то трон вывел. Вот кто-то вывел, не кто-то, а это мой партнер, довольно сильный лидер. 15 тысяч уже вот вывел человек. Ну, в общем, 6 тысяч, 3 тысячи. Потихоньку эти суммы будут расти и будут превращаться в 100 тысячные. То есть за 2 месяца примерно я зашла, говорю, 15 ноября. Сегодня у нас 15 января. Вот, уже 2 месяца. Больше 200%, можно сказать, что я вывела. Теперь проект, дальше хочу сказать, платит. Вот на кошельке у меня сейчас в данный момент 0.31, поэтому я сейчас в данный момент перед вами ставлю на вывод. И как только закончу записывать ролик, мы проверим кошелек. Я сейчас имею 3 звезды, поэтому у меня 60% капает на кошелек. Все, возвращаюсь, пока проверка произойдет. Это пройдет где-то 2 минуты. Успею ролик записать. У нас сегодня прекрасная новость для всех. Для тех, кто пассивный, я сказала, за 2 месяца можно выводить свои вложенные средства. 2, ну пускай за 2,5 месяца. У нас появился лидерский бонус для тех, кто пригласил 10 человек. Предварительно создатель этого проекта хотел бонус отдать 10%. Распределить на VIP-3, VIP-4, VIP-5, VIP-6. Но у них и так огромные команды, поэтому решили сделать именно для людей. Вы не можете быть ни двумя, ни тремя, ни четырьмя звездами, а просто пригласить 10 человек в первую линию, и у вас будет этот бонус. За сутки я сегодня получила, как и все люди, которые имеют 10 личников, 72 трона. Это просто огромная для меня, считаю, сумма для тех, кто пригласил 10 человек и более. Я пригласила 26 человек. У меня этот не один кабинет. У меня еще один кабинет. Сейчас я тоже в него зайду и покажу. Вот еще хотел сказать. По монетам. Ведь монета у нас впереди. А монета стоит не меньше 1 трона. Кто успел на TTT, она скоро выйдет на биржу. Кто не успел на TTT, наращивайте нетворк. Вот сейчас я поставила на вывод. И, возможно, даже можно обновить страничку. И как только деньги придут, вот эта сумма, что я вывела, она прибавится вот сюда. Пожалуйста, было 15, стало 15,283,2. Видите? Кто не верит, перемотайте назад. Сейчас я выйду с этого кабинета, зайду в другой кабинет. Я имею 3 кабинета, сразу предупреждаю, потому что я очень хочу работать, и у меня во втором кабинете тоже 17 лично приглашенных, и тоже есть команда. Но это кабинет под тем кабинетом. Тоже есть лидерский бонус 72-86. Но внимание,
Я в этот кабинет завела 400 трон. 400. И при приглашении людей, и при апгрейдах я перешла постепенно на 1200. Но посмотрите пассивный доход. 1673. Я зашла на 400. То есть я удвоила уже, если пополам разделить, то это будет 836,5. То есть я удвоила уже и вернула свои деньги. Чисто на пассиве, я еще раз 10 раз повторю, сюда никогда не поздно заходить. Потому что этот проект будет работать годами, как я повторяюсь уже, если могу 100 раз повторить. Это все, понимаете, только начало. Дальше будет еще больше и круче. Дальше будут и школы, и биржи, и монеты, и лендинги. Я не знаю, у нашего создателя столько планов, поэтому мы никогда не будем ущемлены. В любой момент заходите на любой пакет, на 400 трон, на 600, на 800, на 1000, на 1200. Без проблем. Без проблем. Вы можете зарабатывать и получать хоть на пассиве, хоть на активе. У меня сейчас только факты. Сейчас зайду в свой кошелек. Я не ставила еще на паузу, кроме того, что перешла в кабинет другой. Смотрите, деньги уже прилетели. $29 или же 429 трон. Просто превосходно. Я не знаю, у меня слов нет. Если вам что-то здесь не нравится, я буду просто поражена. Кстати, здесь тоже надо поставить на вывод. И здесь у меня 50%, потому что здесь у меня 2 звезды. Но тем не менее, я стремлюсь и в этом кабинете иметь тоже 3 звезды. 3 звезды это 60% на вывод, а 4 звезды это 70% на вывод. И для того, чтобы мне туда дойти, мне нужно 25 тысяч общего здесь, общего дохода, чтобы у меня было 25 тысяч монет. Когда получаешь звезду, еще и получаешь, кроме этого, еще и монеты. Вот здесь вот, сюда, еще монеты. Люди, дерзайте. Вот у меня есть команда, у которых есть 5, 6 человек, 7 человек. Ну, это надо было в том кабинете посмотреть, там больше у меня партнеров. Но, тем не менее, здесь тоже есть люди, у которых есть 10 человек. А вот есть люди, у которых 4 человека, 7, 5, 3, 3. Кто-то работает на пассиве, не работает, а ждет просто. Кто-то приглашает, но это шанс для того, чтобы у нас сообщество росло. И сейчас я выйду на главную страницу и продолжу. Вот наше сообщество, сейчас 93 327 человек. Скоро будет 100 тысяч, потом будет 200 тысяч и будет 1 000 000 человек. И лидеры, и просто пассивные участники все равно будут зарабатывать. Помните, мы получали за каждого приглашенного подарок 80 трон? Так это за каждого приглашенного. А тут один раз пригласить 10 человек и получать ежедневно такие бонусы, как сегодня 72,8, это просто бомба. Кто еще не с нами, срочно руки в ноги, идите к нам. Если вы лидер, это прекрасно. Если вы хотите работать на пассиве, пожалуйста. Команду мы принимаем всех. С вами была Ирина Шкодрина. Пока-пока.